Привет, друзья! Сегодня пятница! Ура, 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 ура! Как я люблю пятницу! Ну, вы будете смотреть, вообще не знаю, когда это видео, возможно, даже в понедельник. Посмотрим, как у меня будет по настроению и по материалу съемки. Вот, у меня немножко тут капюшон оторвался, видите, петелечка? Вот, оказалось, утром уже перед выходом. Ну, в общем, приду, буду сегодня заниматься обшиванием. Сегодня, слава богу, ветра такого пока нету, пока я между домами иду. Вот, в общем, бегу на работку, на свою любимую. Все, завтра уже концерт. Мы с Идошенькой очень молодец, он большой молодец, я им горжусь. Хорошо все подготовились. Надеюсь, что все будет хорошо. Все, сегодня пошла на работу, увидимся после работы. Ну, для вас через несколько секунд. Та-да-да-да-та-да! Я уже иду назад. Ой, иду домой. О, денечек сегодня был, но у меня первое достижение. Я мыла голову двум реальным клиентам. И даже чаевые получила. Вот. Мужчину и женщину после покраски. Короче, иду забирать деток. Сегодня пятница, это значит конец недели. Что делает как бы веселое настроение. Помимо этого, я еду сегодня в Sears. Делать покупки на Крисмас, на Новый год, будем говорить так. Плюс так как у меня на следующей неделе пригласили нас на... Ну, типа корпоративчик меня пригласили. Надо подарочки купить. Так что еду сегодня в Sears, возьму вас с собой. Надеюсь, что будет время снимать, а не только покупать. Ну, что, я не уехала. Посмотрите, мне нужно убрать вот от приправ, там, где у меня приправы стоят. Что-то у меня нос подтекает. В общем, короче, вот от красного перца вот здесь у меня такое вот, ну, присыпка красная. Короче, мне нужно сейчас задание такое. Ну, наверху-то у меня здесь пусто, я не пользуюсь чисто. Там разве что просто пыль протереть. А здесь сейчас все вытащить, все приправы. Вот, все вытащить, баночки все протереть. Ненужное выбросить, но здесь все нужное, поэтому я приправы свои постоянно перебираю. Короче, все вытащить, вымыть. Баночки протереть и все составить на место. Поехали. Так себе подумала, вы, наверное, думаете, Инна, вот ты все пока, так а какие же приправки у тебя есть? Покажи, что ж у тебя есть. Ну, в общем, ничего особенного, я вам покажу. Что у меня здесь вот на этой полке, всего-то на все, вот две упаковки для, для суш водорослей. Вот это еще, когда-то я в Костко брала, никогда кушать не можем. Чикпис, это, ну, вот этот вот хумус, кружочки этого хумуса, нут. Вот, нут просто соленый, высушенный, такой грызь вместо орешков, это я вам показала. Это рис для суш, вот, рис для суш, блин, сказанула, уксус для суш, rice vinegar. Это у меня что, скорее всего, манка, кусочек манки, маленький кусочек, это кукурузная мука. Ну, это, естественно, паприка сладкая. Это еще просто хлопья чили. Так, это что здесь? Просто соль покрупнее. Это обычная соль, это сода. Это что? Это сухой базилик, базил. Не знаю, базилик, базилиус. Как он? Базилиус, катилиус, блин, как он называется. Ну, это лавровый лист, когда-то я с вами в Костко покупала. Это джинджер перетертый, измельченный. Я им для мяса в основном пользовалась, для каких-то вот этих вот стир-фраев, но сейчас давно не пользовалась. Это просто хлопья чеснока, это сухой попкорн, это горох, это что это? А это тоже попкорн, это джелло какой-то у меня лимонный. Это конфетки какие-то непонятные, это длинные спагетти. Все, это все, что на этой полке было. А, нет, ну вот здесь еще приправы. Это я из Израиля сейчас привезла, когда ездила. Вот это для шварны. Нет, то есть это алаэш, это для барбекю. Это в шварне приправа такая. Ну, я не знаю, чем взяла, не то чтобы я делаю шварму, ну просто для оригинальности. Это паприка Марокайт Метукаба Шемен. Это марокканская паприка в масле. Я ее очень люблю. У нее специфика такая. Оно придает такую пикантность блюду. Но не остроту, а именно пикантность в плане особенности. Так, упали приправы. А это для рыбы. Это я соседу купила. Никак отдать ему не могу. И здесь еще... Ой-ой-ой, у меня упало. Что упало?
упала еще одна паприка марокканская и еще одна приправа для рыбы. Я соседу две купила, да. Так, тот рыбак, который давал мне рыбу, если вы помните. Вот я ему хочу две эти приправки дать, но что-то у него никак свет не зажигается. Наверное, где-то отдыхают с супругой. Все. Вот это то, что есть. Все. Сейчас надо это все вымыть. Сделано. Еще один ви в список, в туду список, который нужно сделать. Молодец, Инна. Надеюсь, вы тоже убрали у себя на кухне в приправах. Напишите мне об этом. Потренировались уже. Я опять варю гороховый суп. До этого сварила бульон. Часть бульона вот охлаждается, я его заморожу. Вторую часть я разбавила, добавила воды, потому что очень жирный. Вот с двух ляшечек варила. Наварила бульончик. Все, сейчас у меня здесь картошечка, горох. Сейчас сделаем к этому пропассируем морковочку с бейконом. Расчищу курочку, вытащу все мяско. Все это пойдет сюда. Вот. И еще нужно мне сушить мяско. Я планирую это сделать сегодня, потому что еще планирую же ехать в Сирс, но не знаю, правда, как это получится, либо потом уже мясо буду делать. Ну, неважно, суп пока варится. И сделаю еще дранички. Вот у меня начистила пару картошиночек. Сделаю сейчас несколько драничков. Вчера вот купила по скидке бекон. Я не буду использовать весь, я возьму только часть, половину заморожу до следующего супа. И две морковочки сейчас натру, пропассирую все это вместе и добавлю в свой суп. Как я делаю для того, чтобы это было ровно? Вот я просто ножницами разрезала полупаковочки. Прямо вот так половину сейчас заморожу, а вторую половину нарежу. Резать бекон часто бывает сложно, особенно если нож не очень острый. Поэтому, как я выхожу из положения, ножницы кухонные очень сильно мне в этом помогают. Я просто беру вот такие стрипы, нарезаю все это на такие вот полосочки. Просто вот так ножничками. Все это разрезаем. Во время жарки все это разъединится. Ну вот. Быстро, равномерно главное все. Короче, вы поняли. Все, вот сковородочка. Я ее, обратите внимание, без масла, естественно, потому что это, конечно, даст свой естественный жирок. Поэтому здесь ничего нет. Берем вот это все, раскладываем вот так. Пока оно будет обжариваться, я буду натирать морковочку на терке. Вот. И все это вместе пассеровать. Все это отправится в наш супец. Так, процесс у нас пошел обжарочки и выделения жирка. Морковочку я уже натерла. Сейчас оно немного схватится, потому что оно должно уже так выдать весь основной жирок. И тогда я закину морковочку. Напоминаю, в моем супе гороховом мне ничего, все его делают по-разному. У меня это действительно зимний суп, в котором нету ничего, кроме что-нибудь копченого. Иногда я использую ребро. Иногда я использую ребра. Господи, почему так близко? Иногда я использую ребра копченые. Иногда использую сосиски какие-нибудь копченые, охотничьи. Иногда я... Красиво там горит. Иногда я использую бекон. Вот. Ну и стараюсь на бульоне. Это суп наваристый, на бульоне. Такой вот зажаркой. У меня обычно таких блюд в доме нету. Но это то, что любят. И мы зимой любим иногда такое поесть. Дети мои едят этот суп только потому, что, как я говорю, он очень понятный. Что значит понятный суп для детей? Это когда нету разных там ингредиентов. Например, суп минестроне они есть не будут, да? Но вот такой суп, в котором есть горох, он же растворяется, он просто окрашивает суп в зеленый цвет и делает его густым. Там картошка, которую они видят, и кусочки мяса, которые плавают. Немножко вот морковки, которая тоже достаточно-таки растворяется и придает вот этот оранжевый
цвет. Все, вот смотрите, обратите внимание. Вот сейчас как раз кондиция. Я делаю меньше огонь. Вот. Все, оно пошло обжариваться реально уже в своем собственном вот этом вот жирку. Все, сейчас сюда заходит морковочка. Хорошенечко вымешиваю все вместе. Морковку буквально вот она должна вот этот вот жирочек весь впитать. Немножечко, чтобы она легче отдавала свой цвет. Вот она сейчас впитает в себя весь этот жирок. Это, наверное, самое жирное блюдо, которое есть в моем доме. Вообще таких блюд у меня нету. Это, ну, жирно, жирно для нас, но... С учетом того, что это идет к жидкости, но оно как-то окей, усваивается. Вот, так что, если честно, у меня слюнки текут уже у самой, хотя я абсолютно не голодная. Все, буквально даем ему вот так вот пропассироваться еще минутку. И будем его закладывать, эту зажарочку, пассировочку в суп. Ну что, состоялось. Вот оно состоялось. Все, закладываем всю эту нашу прелесть в кастрюльку. Боже, дети смотрят какой-то пищащий мультик. Так. Так, отлично. Сейчас немножко смоем, потому что мне здесь еще сейчас драники жарить. Мыть не буду. Прямо вот в этом и буду жарить. Все, отлично. Все, теперь суп будет вариться. И сейчас, когда курица полностью остынет, я ее разложу, отделю мяско и заброшу уже на последнем этапе в наш супец. Все, сейчас он вариться будет, я думаю, еще где-то около минут 40. Вот я мясочко уже начистила из курочки, оно уходит в суп. Вот так аккуратненько туда оно заходит у нас. Так, падай, 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 все кусочки, падайте. Так, и Доша, тише, здесь у меня дранички, здесь у меня супик. Ах, как красиво. Едем, наконец-то, в Сирс. Наконец-то, наконец-то. Всех накормила, суп сварила, драники пожарила. И Дошке подогрела макарошки с болонезом последнюю порцию. Он не любит дранички. Габи просто обожает. С Костей это их нелюбимое блюдо. И, наконец-то, выезжаю в Сирс. Показывать вам буду дорогу. Я не знаю, удастся ли вам увидеть, но кое-какие дома уже наряжены. Но у нас тут не густо. Райончик такой, очень много евреев, китайцев, они не празднуют Крисмас. Вот, поэтому домов немного украшенных, но где-то, может, будут встречаться. Вот, так что будем смотреть с вами в оба. Я сама, если честно, еще не гуляла по району вот в это время, потому что, ну, во-первых, холодно, ледяной витрина, постоянно вечером и днем. Вы сами видели вот какие-то съемки, когда я с работы добираюсь, насколько... Ветер большой, поэтому, естественно, не до прогулок. У меня, видите, даже немножко какой-то нос. Но он не running nose еще, как бы нету соплей у меня или насморка. Но такое состояние, предсостояние. А, колеса, кстати, не знаю, насколько слышно, машина едет шумнее. Колеса мы поменяли уже резину на зимнюю. Так что уже больше нам снег не страшен. Вот здесь маленькие всякие украшенные домики. А вот... Снег нам не страшен, мы можем ездить. Фух, боже, мне даже кажется, жареными драниками сейчас воняет. В общем, по дороге, пока я буду ехать в Сирс, а еду я на променад, кто здесь живет из здешних и смотрит,
Вот, еду я на променадовский филиал. У нас Sears закрывается в Канаде, в принципе. Ну, там, по-моему, насколько я поняла, там все, не все филиалы, я не знаю. Они вообще с тех пор, как мы приехали, идет разговор о том, что они будут закрываться. Вот мы приехали уже, считайте, в марте будет 6 лет. Они все закрываются и закрываются, закрываются и закрываются, но сейчас реально они закрываются. И очень большие скидки, помимо того, что сейчас Christmas time, естественно, подарки туда-сюда, то, конечно, под этот шумок еще у них и, наверное, повысились зарплаты, скидки, продажи. Вот, поэтому поедем посмотрим, потому что, как я уже и говорила, повторюсь, нужно подарки купить моим сотрудникам, потому что мы идем на небольшой такой, организовывают они в следующий, когда это будет, следующий четверг. В следующий четверг организовывают такой ужин в ресторанчике. И я планирую, я не знаю, как все, но насколько я знаю ребят, насколько я уже успела с ними познакомиться, все будут как что-то маленькое точно покупать. Ну, может, не все, но большинство. И как бы для меня, даже если они не будут покупать, для меня очень важно подарить им подарки, потому что отношение, которое я получаю там от них, оно дорогого стоит. И действительно очень приятный коллектив. И такая вот, получается, совпала возможность отблагодарить их через подарок к Крисмасу, да, потому что если ты просто так принесешь подарки, ну, скажем, если бы я их принесла, скажем, в конце своего интерншипа, этого коопа, стажировки, то это было бы, ну, выглядело как-то, возможно, бы нормально бы это расценили, кто-то бы расценил как какое-то, знаете, жополизание или еще что-то, хотя если бы я собиралась бы это делать в любом случае от всего сердца, да, вот, но тут как бы все совпадает. Вы меня еще часто спрашиваете, как и на тебе работа, как вообще часы работы, как ты все это успеваешь и как вообще все. Ну, значит, часы работы такие. Вообще они открываются рано утром, ну, не рано утром, как бы, да, 8:39, вообще открываются в 9:30, но сам owner, как бы владелец находится там очень рано, потому что он очень рано начинает свои приемные часы, вот, и... Естественно, это его деньги. Естественно, некоторые помощники к нему приходят в ранние часы. Но я лично прихожу в 9:30. Я прихожу в 9:30, и так как я должна находиться там 6 часов, 4 раза в неделю по 6 часов, то я там нахожусь до 3:30. И вот так я работаю. Конечно, первую неделю я реально только обзорвинг делала. Только лишь смотрела, как моют, как красят, как убирают, как готовят стейшн к клиенту, как после клиента, к следующему клиенту. Все виды покрасок, даже кератиновые, кератин тритмент смотрела, как делают. Очень интересно, потому что мы в школе только об этом учили, но ни разу не видели. Вот. Вообще в салоне учишься намного больше, чем, конечно, на учебе, как и на любой учебе, когда ты приходишь, как сказать, на место, ты сразу понимаешь, как бы, реальную жизнь. Но меня, естественно, никто, во-первых, ни к чему не подпускал, во-вторых, и от меня никаких вообще ни у кого требований нету. И, слава богу, меня не заставляют, знаете, как многих мыть унитазы, потому что считается, типа, бесплатная рабочая сила, давайте-ка мы помоем те уголки, которые мы не мыли уже несколько лет, давайте-ка мы используем ее для помывки унитазов, окон, стен, там, я не знаю, и плинтусов. Слава богу, этого нет, потому что я слышу вокруг таких историй много. Короче, первую неделю я смотрела, вторую неделю я уже начала там помогать им. Ну, не хочется тоже просто тупо стоять как истукан, хочется показать, что я что-то научилась и что я что-то умею. Ну, я, когда он стрижет, я подхожу и спрашиваю, это такая-то стрижка, а вот это делаешь так-то, а вот это делаешь для того, чтобы вот это, да-да-да. То есть он видит мой интерес, ему это приятно, он очень любит, вообще любой профессионал, он любит поделиться своими знаниями с другими, а не сохранять себе эти знания. От этого он не становится богаче, но он делает богаче других людей благодаря этим знаниям, обогащает людей знаниями, и люди ему в ответ благодарны. А это такие энергетики, которые вообще, это просто шикарно работают на человека. Поэтому тот, кто это понимает, супер для него. И он очень хороший человек, тьфу-тьфу-тьфу, и дай бог ему, чтобы его бизнес продолжал процветать. 30 лет он уже в этом бизнесе, он большой-большой молодец. Вот, к чему я говорю, блин, прыгаю с места на место. Кстати, мы почти уже приехали, сегодня очень прикольно, трафика уже нету, закончился время 7:30 на самом деле. Они работают до 9:30, то есть у меня есть еще час. Вот, ну, мы успеем пробежаться галопом по Европе, посмотреть, если что-то будет выгодное, то я это сразу увижу, если ничего не будет, то значит ничего не будет. В общем, к чему я все это веду?
так работаю я 6 часов, 4 раза в неделю по 6 часов. Все, ребята, хорошие, все хорошее. Так вот, потихонечку я показывала, что делаю это. Потом девочки сами мне разрешили там помыть голову, уложить, посушить сами себе, не клиенты. А сегодня впервые я работала уже, ребята, с клиентами. Вы представляете, что это такое? Мне доверили помыть голову клиенту. Просто кто вот работает в этой области, он меня поймет. Это салон очень высокого уровня. Поэтому там, понимаете, даже когда я одевала накидку для покраски, на меня два человека смотрело, как я это делаю. То есть они следили, чтобы я это делала правильно. Вот, это я делала уже всю эту неделю и прошлую неделю. А сегодня, вы представляете, меня допустили до мойки головы клиента вообще. Вы понимаете, что это такое? Это святая святых, голова клиента. Мне разрешили помыть голову. Значит, первый был мужчина, а потом была женщина. После покраски это вообще вдвойне как бы усложняет эту всю ситуацию. То есть после покраски, да, еще не так просто. Вот. Но из-за того, что действительно просто был такой большой наплыв перед Крисмасом, очень много клиентов, все хотят покраситься, там привести себя в порядок, там уложиться, подстричься. И так совпадает иногда, что клиент на клиента, ну, где-то на слоечко получается. И для того, чтобы как бы никто не сидел в обиженном и не ждал, да, то есть надо как-то подключать весь коллектив. И меня подключили, и я с удовольствием согласилась, и, в общем-то, я надеюсь, что было все хорошо, потому что первый клиент мне даже дал чаевые, что было очень приятно. Вот, это я с вами поделилась. Я, кстати, уже приехала на променад. А вот, променад — это молл, то есть, ну, шопинговый центр, я не знаю, как это сказать. А вот, значит, здесь много разных магазинов. Один из них — это TNT, в который я иногда хожу, и вы меня видели в видео из TNT. А вот, как бы мне здесь зайти? Я зайду здесь, с этого входа. С этого входа зайду. Вот с этого входа. Главное, чтобы по темноте здесь никто не ходил. Так, надо желательно поближе к входу. Почему? Потому что холодно на улице. На улице холодно. Так, тихо, кто-то едет. Так, проезжаем. Может быть, еще ближе будет немножко места. Чуть-чуть ближе. Вот есть место ближе. Не намного, но... А, там было еще ближе на две машины, но неважно, уже пройдусь. Так, все, короче, приехали мы в Сирс, у нас есть час быстро пробежаться, выбрать подарки и полететь обратно. Костюм. Тут еще в сумке куча людей, все что-то берут. Сумасшедший дом, то, что здесь творится. О май гад, я накупилась на $100. Взяла себе две кофточки, куклу Габули, сейчас вам покажу. Вот, я еду со второго этажа Сирса. О май гад, я устала, там везде так тяжело все это нести. О, все, вот так. О, мамочки мои. Так, часть купила своим подарок, своим сотрудникам. Знаете, что я купила? Я им купила вот такие вот шикарные свечки. Ну, это, конечно, будет не один подарок, будет еще что-то вот в таких стаканах. Они были по... Ну, настраивайся. 2,97. А сейчас по 97 центов, представляете? Вот таких. Как раз последние 8 штук было, мне нужно было. Вот такая открыточка в красивом упаковочке. И, может быть, еще что-то будет маленькое, не знаю, что-то еще. Вот такая кукла для Габи. Большая кукла. Вот сейчас она 29,99. Такие большие-большие куклы. Она очень большая. Сейчас обошлась мне $14. Ну, еще купила себе две кофты. Сейчас показывать не буду. Такие спортивные себе купила топчатки. Обошли что-то $25. Вот. Боже, видите, как я подшмыргиваю. В общем, короче, все, сейчас буду идти, потому что, ой, так тяжело все нести. Я там две кофты себе взяла. В общем, прикольные такие на работу. Все темный цвет, черный. Мы все темное носим, я вам уже говорила. Так что мне нужно немножко больше темных вещей. Оказалось, у меня их недостаточно.
все, так что сейчас собираюсь на хаус, как говорится, уже все закрыто. Ну что, друзья, подошел еще один день к концу. Сходили мы с вами в Сирс. Туда идти надо часов на 5 для того, чтобы покопаться, если, например, это и речь идет про одежду, потому что в одежде действительно хорошие скидки. Вот, то же самое касается обуви, детских каких-то вещей. Например, зимние костюмы тоже я не взяла, потому что очень дорого получался, даже после скидки. Обратите внимание, по какой красивой улочке я сейчас проезжаю, просто прелесть. Каждое дерево украшено огоньками, очень красиво. А вот, я довольна сегодняшним выходом. Я, конечно, вся устала, вспотела. Зашла еще в TNT, купила пироженки заварные с кремом. Так, могла бы заехать еще в Walmart, но уже не заеду, потому что просто нет сил. Завтра еще мне нужно рано вставать. Завтра концерт. В 9:30 утра уже нужно быть на месте. Поэтому на сегодня надо закругляться. Все. А я вас... желаю, не вас, я вам желаю отличного дня, хороших выходных, новогоднего настроения, с наступающими праздниками и всего вам самого доброго, самого светлого в вашу жизнь. Пока-пока, до скорых встреч!